сегодня одну песню, чтобы мы успели, потому что кому-то надо сразу после завтрака выезжать, поэтому мы, так скажем, вторую не будем песню проходить, чтобы мы успели. Хорошо, друзья, сегодня мы с вами рассмотрим еще, можно так сказать, завершающую нашу тему. И эта тема, она очень важна в жизни человека. И знаете, ее можно было и в начале говорить, и в середине, и в конце. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о молитве. О молитве. Вот, казалось бы, что можно еще сказать о молитве, да, если большинство из вас, можно сказать, всем в какой-то степени верят в Бога, имеют уже какой-то определенный, скажем, опыт, да, в отношениях с Богом, в молитве. Ну, вот что еще можно сказать, да? Вы знаете, в Евангелии от Луки есть такая история, когда однажды ученики Иисуса Христа подошли к Нему, увидели, как Он молился, и подошли к Нему и сказали: «Господи, научи нас молиться». Вы знаете, сама по себе вот эта просьба, она является несколько удивительной. Почему? Потому что, если можем так сказать, ученики – это люди, верующие с детства. А что такое верующий с детства иудейский ребенок? Это ребенок, который с 12 лет, он уже участвовал в богослужении в синагоге. До 12 лет он не ходил, они с мамой изучали там притчи. Отец водил старших детей, а эти сидели с мамой. Вот, псалмы. Псалмы знали наизусть. Первые 5 книг Моисея тоже. Притчи, например, девушка должна была знать, девочка, 30 главу притчи, это «Вода добродетельной жены». То есть, понимаете, которые с детства слышали эти молитвы, которые сами молились уже в синагогах. Понимаете, то есть уже вот такие были дети. И вот ученики, которые уже сами имели там детей, да, там как Петр, вот, они приходят к Иисусу Христу и говорят: «Господи, научи нас молиться». Удивительно, правда? Вот. И поэтому, что же особенного, так скажем, еще можно подчеркнуть в молитве? Мы с вами говорили, что Бог открывается нам через природу, через провидение, через обстоятельства. И также посредством влияния Духа Святого Он говорит. Но всего этого недостаточно. Для того, чтобы иметь духовную жизнь и силу, мы должны находиться в живом общении с Богом. А что такое живое общение с Богом, дорогие друзья? Вот молитва, знаете, молитва иногда бывает какой? Формально. Это общение. Да, молитва – это общение. Но иногда, вот как общение бывает формальным, да, вот знаете, есть, говорят, есть 5 уровней общения. Вот первый поверхностный уровень, да, как обычно. Вот люди, с которыми мы менее знакомы, ну, просто знакомы, вот, как обычно проходит. Добрый день, как дела? Нормально, у тебя как? Тоже нормально. Вот для приличия мы поздоровались, да. Мы не поделились ничем, никакой ни информацией, ни чувствами. Мы просто вот поинтересовались для приличия, ответили: все нормально, и на этом отношения закончились, каждый пошел своей дорогой. Вот это формальный уровень общения. И вы знаете, зачастую такой уровень общения бывает, к сожалению, иногда, и в отношении с Богом. Вот. Следующий уровень, когда мы делимся обстоятельствами. Ну, у меня то случилось, это случилось, там ездил туда. Вот. Когда мы делимся чувствами, да, когда мы делимся переживаниями, это уже более глубоко. Ну и самый, конечно, глубокий уровень – это религиозный, как говорят христианские психологи, когда человек рассказывает уже все. Вот действительно, молитва – это разговор с Богом, и мы должны рассказывать Богу, чтобы иметь это живое общение, иметь подпитку сил, мы должны рассказывать Богу о нашей жизни, о наших радостях и о наших печалях. Вот как мы встречаем близких друзей, да, или близкого человека, да, и мы рассказываем практически все, мы открыты.
Вот с Богом мы можем быть максимально открыты. Вы знаете, есть такие книги, называются молитвенники, да, в которых записаны очень красивые молитвы. И вот иногда человек, не зная, как молиться, он берет эту книгу, и он на какой-то случай жизни, он или учит, или читает, и молится этими молитвами. Вы знаете, возможно, для начала, или, как бы, скажем, почитать просто, вот, ну, оно как бы в какой-то степени интересно и полезно, да? Почему? Но постоянно молиться вот этими чужими молитвами, или общаться с Богом чужими молитвами, это уже не будет что? Живое общение. Это не будет живым общением. Почему? Потому что эти молитвы, они выражают опыт духовный тех людей, которые тоже были в определенных обстоятельствах, которые были в определенных, так можно сказать, трудностях. И вот они выражали стремление и желание что? Своего сердца. Вот. Для них это была живая молитва. А вот для нас это уже может быть какая молитва? Ну, формальная. Знаете, вот есть такие закладочки, там тоже есть всякие обетования. Вот есть такая молитва оптинских старцев. Читали вы ее? Да. Вот ее когда прочитаешь, вот ну, каждое слово настолько подобрано, каждое слово настолько взвешено, и молитва такая емкая, кажется, ну вот в этой молитве есть все то, что мне нужно для предстоящего дня. И вот иногда хочется прямо ей ну, помолиться, и иногда это. Но если мы будем постоянно только вот этой вот молитвой оптинских старцев обращаться к Богу, в какой-то момент жизни это подойдет для нашего внутреннего состояния. Но в какой-то момент мы должны просто выразить то, что у нас на сердце. Понимаете? Поэтому, как бы, ну вот, для примера, для какого-то обогащения, как люди, вот, да, вот псалмы, это тоже молитвы Давида, да. Но мы же не молимся только вот псалмами. Мы должны открывать наше сердце Богу как другу. То есть рассказывать о наших радостях, о наших печалях, о наших затруднениях. То есть общаться с Ним как с другом. И тогда это будет вот такое живое общение, рассказ о нашей жизни. И вы знаете, когда, я тоже помню, вот, ну, первые свои молитвы, обычно молитва у нас ассоциируется с тем, что мы должны о чем-то попросить. И когда особо, знаете, нету нужды о чем-то просить, то мы вот, ну попросил о том, о втором, смотришь, прошло там 2 или 3 минуты. Думаешь, как-то маловато для отношений, надо еще о чем-то попросить. Еще о чем-то попросил, потом еще. Смотришь, ну уже там, ну 7 минут прошло, думаешь, ну, все равно вот что-то не то. Но когда я понял, что я выражаю Богу свои чувства, то, что у меня на сердце, то, вы знаете, когда рассказываю о том, как прошел день, а кто-то тебе причинил боль, как кому-то ты, возможно, тоже ранил человека словом не специально, ты переживаешь за это. И когда вот таким образом общаешься, то вы знаете, ну и полчаса не хватает для таких молитв. Да. Вот. И вы знаете, когда мы так молимся, вот именно вот так открыто, таким живым общением, мы будем ощущать близость Бога. Я в одной книге прочитал, женщина пишет, что мы можем настолько в молитве приблизиться к Богу, что почувствуем веяние ветров от крыльев ангелов. Вот вы хотели бы ощутить вот такое присутствие, так скажем, добрых небесных сил? Ощутить веяние ветра от крыльев ангелов. Вот эта близость. Когда мы будем вот в таком, скажем, ну, в живом общении, то мы будем ощущать вот это влияние на себе ощущать, и от нас, дорогие друзья, тоже для других людей будет исходить вот такое влияние. И тем более, дорогие друзья, ладно, это я вам позже скажу, или сейчас, позже, Господи. И поэтому мы должны рассказывать Богу о нашей жизни. Конечно, примером молитвы для нас служит сам Господь Иисус Христос. И возникает вопрос. Ну, понятно, что нам молитва нужна. А вот Иисусу Христу, зачем Ему нужна была молитва, когда Он жил на земле?
Для общения с отцом. Для общения с отцом. Хорошо, а еще? Для силы, чтобы силу черпать, молиться. А для чего ему силы, если он сам был Богом в человеческом мире? Ну, как бы рассказать все, наверное, Богу. Но он же был не просто, он был Бог в человеческой плоти. Для чего ему нужны были силы? Нам нужны силы, да, чтобы преодолевать испытания, искушения. А вот ему для чего это нужно было, если он сам был Бог? Он уже был и человек, он был и Бог, и человек одновременно. Поэтому зачем? Пример показать. Пример. Ну а вот почему все-таки? Он очень переживал за нас, так молился, за нас. Он привык быть с отцом. Хорошо, привычка, значит, хорошая привычка. Значит, потребность, да. Да, действительно, что у Иисуса Христа и у Небесного Отца это были такие отношения, они не могли не общаться, это действительно так. Но мы должны еще один важный аспект понимать, что Иисус Христос, хотя и был Богом, Он не пользовался своей божественной силой, живя на земле. И поэтому Он для нас является примером. Потому что, дорогие друзья, очень часто нам кажется, что когда мы попадаем в затруднительные обстоятельства и говорим, что вот Иисус Христос, все-таки Он был Богом, Ему вроде бы как будто бы было легче переносить эти испытания, потому что Он же был Богом. И вот, дорогие друзья, мы должны понять, что, будучи, живя на земле, Он не использовал свою божественную силу. Он мог ее использовать, но Он не использовал. И поэтому Он является примером. Помните, однажды Он говорит, что когда Его окружили перед тем, как уже взять на распятие, Он говорит, что и Петр там меч выхватил, Он говорит, что неужели ты не думаешь, что я могу молить Отца, Он пошлет мне 12 легионов ангелов. То есть Христос мог, но Он этим что? Не пользовался. И поэтому те искушения, которые были у Него, они были для Него сложнее. Потому что, представьте, ты можешь решить эту проблему, да? А ты ее что, специально не решаешь? Для того, чтобы быть примером. Вот. Мне один рассказывал тоже наш брат, когда был молодым, он до церкви был боксер. Вот они в пятницу едут в электричке с женой на богослужение, и зашли хулиганы, и давай там приставать, оскорблять, и к нему подошли, и так его оскорбили. И он говорит, что это только Бог дал мне силы сдержать себя, потому что, говорит, если бы не Бог, пару секунд, говорит, уже, ну навык, знаете, когда навык у человека есть, профессиональный навык. Говорит, они бы все лежали просто. Но он понимал, что это не подобает христианину. И поэтому ему нужна была сила для того, чтобы сдержать свою вот эту вот физическую силу. То есть для него это искушение, знаете, когда у тебя нет силы, тебе смириться очень легко, потому что ты понимаешь, что дергаться бессмысленно. Да? Но когда у тебя есть сила и навык, то он говорит, мне нужна была, Бог мне помог сдержаться, чтобы, так скажем, их не отлупить. И поэтому здесь, вот у Христа тоже, это для него искушения, они для него были еще более сильными, чем нам, потому что он мог их преодолеть спокойно. Когда Христос его, сатана его искушал, скажи, и хлебы, и камни сделаются хлебами. Только скажи, на 40-й день поста, да? Он это мог сделать, но он это что? Не делал. Мы когда голодные, правда, мы когда готовим пищу, мы как-то и побыстрее уже готовим, правда? Не так, как обычно. Он мог это сделать, но не делал. И поэтому испытания, искушения для него, они были для него не легкими, как нам кажется, а наоборот, очень сложными. Дорогие друзья, если Иисус Христос, будучи Богом в человеческой плоти,
А, ну тогда возникает вопрос, а каким же образом Христос исцелял, преодолевал искушения, испытания? Откуда он тогда брал силу, если он своей силой не пользовался? Молится до Отца и Бога. Вот в этом-то и пример Иисуса Христа для нас, что Он все чудеса, которые Он творил, все эти действия, которые Он делал, где было что-то сверхъестественное, Он получал силу у Небесного Отца. Он получал силу для того, чтобы что-то преодолеть. И этим Он является примером для нас. Дорогие друзья, но возникает вопрос. Вот Христос, Он, можно так сказать, ну, был Богом, и Он не особо нуждался так в молитве, Он мог использовать. Но Он, мы видим, очень много молился. Скажите, мы находимся в греховной плоти. Нам вот этой силы, может быть, даже необходимо больше. Но скажите, мы молимся больше, чем Иисус Христос, или меньше? А почему? Смотрите, мы нуждаемся в молитве больше, но молимся меньше. А Иисус Христос нуждался, ну, можно так сказать, меньше, но молился больше. Почему? Веры не хватает. Веры. Потому что мы надеемся на себя. Да, вот тут не вера, а тут вот эта самонадеянность. Очень часто, дорогие друзья, мы перестаем осознавать. Пожалуйста, скажите, чтобы они там не говорили, потому что, ну, расскажите, пожалуйста. Очень часто мы забываем о своей нужде. Мы часто полагаемся на свои силы. Мы часто полагаемся на свои силы. Вы помните, я уже говорил, такое есть выражение. Истина, которую мы медленно усваиваем, но быстро забываем, заключается в том, что сами по себе мы ничего не можем. Обратите внимание, медленно усваиваем, но быстро забываем, что сами по себе мы ничего не можем. И поэтому, как только мы перестаем осознавать нужду в Боге, мы начинаем меньше молиться. Когда у нас уже такое горе, да, которое, ну, мы понимаем, что наших сил недостаточно, тогда что? Мы тогда молимся очень сильно. Как помните, я говорил, пока гром не грянет, что да, и стены не перекрестятся. Вот нам нужен вот этот гром, понимаете? Чтобы мы осознали свою нужду. Очень часто мы надеемся на себя, и поэтому мы, когда надеемся на себя, мы не испытываем потребность вот в молитве. Вы знаете, когда мы пренебрегаем молитвой, дорогие друзья, то мы, сатана еще больше сгущает над нами тьму. Вот. Еще больше сгущает над нами тьму. И он делает все для того, чтобы мы пренебрегли молитвой. А как мы можем пренебречь молитвой, если, ну, по сути, молитва — это же мыслительный процесс. Как мы можем пренебречь? Как он может помешать нам думать или молиться? Да? Наполнить другими, да. Или, знаете, когда мы попадаем вот в такую суету, и когда мы уже, ну, так скажем, ну, в течение дня очень сильно заняты, и приходим, и поздно ложимся, и, вы знаете, нам уже что? Не думают. Мы уже уставшие, и когда мы уставшие, мы молимся уже быстро, формально. Поздно легли, поздно встали, времени нет, надо уже бежать. И опять молитва такая быстрая, такая, да, поверхностная. И таким образом мы не входим в такое вот, ну, соприкосновение. Проходите сюда. Вот. И поэтому мы не входим в такие близкие отношения, которые помогут нам, так скажем, соединиться. Скажите, а почему вот сатана делает все, чтобы мы пренебрегли молитвой? Почему? Знаешь, в молитве много силы. Чтобы мы отдалились от Бога.
Да, потому что он, дорогие друзья, в отличие от нас, он прекрасно понимает, что если мы объединимся с Богом в молитве, мы обретем силы и мудрость, которые помогут нам преодолеть все его козни, которые он нам расставляет в течение дня, провокации какие-то. Он это знает. И поэтому он со своей стороны делает все, чтобы мы пренебрегли. Мы пренебрегли все. Выбежали с утра, и первая подножка, мы упали, и весь день пошел кулаком. Понимаете? Но если мы, так скажем, с Богом слились в молитве, обрели силу благодати, обрели дар Духа Святого, мы для Него становимся неуязвимы. Пока мы в союзе с Богом, мы для Него неуязвимы. И поэтому, дорогие друзья, есть условия, исполняя которые, мы можем быть уверены, что Бог ответит нам на наши молитвы. И давайте мы эти условия сейчас вкратце рассмотрим. Первое условие, как я уже говорил, мы должны осознавать нужду. Нужду в помощи Божьей, в любое мгновение. Даже нам кажется, что это мы можем сделать своими силами, нам все равно нужно просить. Я помню, когда только начинал свои такие шаги христианства, и вот мне нужно было куда-то пойти, и ну, обычно как говорят, что перед тем, как мы выходим или вот мы выезжаем, мы обычно молимся и просим у Бога охраны и защиты. А я думаю, ну, знаете, раньше, это 90-е годы, машин было мало. И я думаю, ну, вот, что я буду Бога вообще беспокоить? Я буду идти по тротуару, никакая машина меня не собьет. Город спокойный, бандитизма нету. Думаю, да не буду я молиться перед выходом. Зачем? Бога беспокоить как-то так. Расположения такого не было. И я пошел. Кстати, я шел в пятницу в церковь, да, в дом молитвы. Вот. И когда прошло такое вечернее богослужение, и в конце там пастор призывал к молитве, и мы все стали на колени, как-то вот так мы стали на колени, я ногу неправильно поставил, и такая молитва была, ну, как бы проникновенная, что я ловил каждое слово и думаю, хотя нога неудобна, думаю, не буду на это обращать внимания. Вы знаете, и такая она долгая была почему-то, что пока я встал, ну, я сел, чувствую, ну, нога болит, связки. Вот. И эта боль, она как бы нарастает и нарастает. И потом надо идти домой, смотрю, я не могу идти домой, вы понимаете, в чем? Меня два человека назад, я на одной ноге прыгал, это тогда было 1,5 километра пропрыгать, вот. А завтра надо было ехать уже в другую общину. Вот, и вы знаете, для меня это был такой опыт, что вот что значит, что не помолиться. Что даже на свои силы, даже, да, на свои силы понадеялось, что даже в безопасном месте, дорогие друзья, да, мы что, можем получить какую-то, да, даже, ну, травму, даже, можно так сказать. Растяжение связок, понимаете? Растяжение связок. Вот, поэтому, когда нам даже вот. Еще пример такой, да? Вот помните 90-е годы, когда билеты продавали? Приходишь в кассу, билетов нет, а тут стоит человек с чемоданчиком, у него курьер есть, и тебе надо билет. Вот, и в два раза дороже. Да, и вот за 40 дней уже билетов не было. И вот ты молишься, чтобы перед этой кассой, чтобы взять билет. Потом, когда стали фамилии на билетах печатать, это все дело прекратилось. Вот, и ты уже приходишь в кассу, за 15 минут берешь билет и спокойно едешь, и не было никаких проблем. И я обратил внимание, что я, ну, перестал молиться об этом. Почему? А зачем, если все? Жизнь стабильная, понимаете? Вот когда жизнь стабильная, да, мы начинаем меньше надеяться на Бога. Потому что в нашей жизни есть стабильность. Поэтому в комфорте тоже есть опасность. Поэтому мы должны постоянно осознавать свою нужду. Все, что мы имеем, и даже ту стабильность, она благодаря кому? Благодаря Богу. В любой момент ее может не стать. Следующее условие заключается в том, что если мы привязаны к какому-либо греху, если мы вынашиваем в наше сердце беззаконие или осталась любовь к какому-либо греху, это является препятствием для ответа на молитву. Обратите внимание, не когда мы грех делаем, а когда вот мы не пережили покаяние и у нас осталась любовь к греху, то это уже препятствие для ответа на молитву. Вера – это еще одно условие успешной молитвы.
Христос говорит, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И вы знаете, легко верить, когда мы просим и получаем. А вот, когда мы не получаем, легко дальше верить Богу или нет? Тяжело. И вы знаете, у нас обычно такое складывается мнение, что у Бога, знаете, Бог как добрый дедушка. Вот я попросил, и Он дал. А если Он не дал, мы начинаем думать, а что же не так? Но вы знаете, молитвы, мы же не всегда нашим детям говорим «да». Когда они что-то просят, мы им говорим, что «нет», потому что это может причинить им вред. Так же и Бог, когда говорит нам «нет», это тоже ответ на молитву. Он отрицательный на этот ответ, он может сказать «пока нет», или «нет на некоторое время», или «вообще нет». И вот здесь, даже когда Бог говорит нам «нет», мы должны проявлять веру и доверие, что то, что Он сказал «нет», это нам будет лучше, во благо. Хотя нам это хочется, мы хотим этого сейчас. Но вот вера заключается в том, что мы должны верить, что если Он даже говорит «нет», это нам во благо. Когда мы просим у Бога милости и прощения, мы сами должны быть исполнены Духом милосердия и прощения. Вы помните, в молитве «Отче наш» записаны такие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам». Вот. Поэтому, если мы не прощаем, то мы не можем рассчитывать на то, что Бог простит что-то. Постоянство в молитве – это тоже важное условие для получения просимого. То есть мы должны просить не только тогда, когда в чем-то нуждаемся, но даже когда мы тоже должны общаться с Богом, да? Когда мы даже не имеем нужды. Усердие – это тоже важное условие для ответа на молитву. То есть не просто просить вяло, да, а проявлять усердие. Конечно же, примером для этого являются наши дети. Да? Когда они о чем-то просят, они просят, и мы им не даем, что они делают? Они включают все психологически запрещенные приемы. Да? И на пол падают, и плачут, и все. И родителям иногда кажется, что ну, если я ему не куплю эту игрушку, или если это не сделает, то он, бедняга, что? Помрет. Он своим усердием показывает, что ему это надо. Вот даже сейчас у меня маленький ребенок, ты тут ну, занят, и смотрю, Алена, и вот он просится на руки, ну подожди, не это, нет, он кричит, все, вот возьми его на руки, и все. И не дает что-то даже сделать. И вот крик просто, вот ему именно надо, вот чтобы ему, вот он обнял, чтобы он на груди побыл, все. Вот это его потребность. И он это, он не отстанет, пока его не сделает. Или его надо отвлечь, но надо уделить внимание. Вот такое усердие мы также должны проявлять. Мы должны молиться не только общим молитвой в семейном кругу, но также молиться и в уединении. Вы знаете, вот действительно эта молитва в уединении, она дает нам близость с Богом, и через нее мы можем получить силу. И вы знаете, есть в нашей жизни такие, можно сказать, пятна, да, на уровне мыслей или поступков, что их лучше не рассказывать никому. Почему? Потому что вот сегодня этот человек для нас друг, мы ему поделились, рассказали, да? А завтра изменились обстоятельства, и этот человек может быть на противоположной стороне. И он, зная тайну вашей жизни, он может что? Он может вас вами манипулировать. Потом человек в силу своей немощи, он тоже близкий человек, он может не понять, да, какой-то вашей слабости. И потом подозревать вас. И поэтому вот личная молитва, даже у семейных людей, когда мы молимся ну, как бы вместе, кроме этого должна быть личная молитва, в которой мы можем рассказать все то, что мы не можем рассказать вслух даже при самых близких. И таким образом это будет живым общением. Поэтому нам никогда не надо пренебрегать молитвой в уединении. Также мы должны молиться в течение всего дня. А как это происходит? Вы помните, про Еноха написано, что Енох ходил с Богом. Что это значит ходил с Богом? Когда мы с кем-то идем,
у нас происходит что? Какой-то диалог. Если идут друзья и не общаются, или муж с женой идут и не общаются, это уже о чем говорит? Ну, в отношениях что-то не так, да? Непорядок. То есть всегда мы или едем, или это, всегда есть какое-то общение, всегда мы делимся какими-то, это как бы естественно, процесс общения. И вот когда написано, что Енох ходил с Богом, это говорит о том, что на протяжении дня, когда Енох занимался своими делами, он мысленно обращался к Богу. И таким образом, когда мы тоже вот, работаем, мы можем быть сосредоточены на Боге, просить Его какой-то помощи, о защите. И таким образом наша связь с Ним, она будет сохраняться. Еще одно условие, о котором сказал Иисус Христос. Он говорит, все, чего не будете просить, просите во имя Мое и получите. И обратите внимание, что всегда любая христианская молитва, она заканчивается словами «просим тебя во имя Иисуса Христа». И обратите внимание, что это является условием ответа на молитву. И вот возникает такой вопрос, что если я в конце молитвы скажу эти слова, значит, Бог ответит на мою молитву. А если не скажу, то значит что? Не ответит. Не ответит. И как это понять? Как это понять? Почему мы должны произносить вот эти слова в конце? Во имя Иисуса. Вот произнес, получил, не произнес, не получил. Это знаете, как вот в магии есть заклинание. Вот если ты все правильные слова по порядку сказал правильно, значит, сбудется твой заклинание. А если ты что-то перепутал, ты же перепутал, поэтому не сбудется. Тоже здесь так? Или для чего это нам говорит? Как? Ну вы же когда молитесь, вы произносите. Почему вы произносите? Потому что он посредник между человеком и Богом. Хорошо, посредник. Ну и что? Чтобы помнить, чтобы всегда вспомнить, если скажешь во имя Иисуса Христа, тогда вспомнишь, какую жертву Он принес, смотришь на Голгофский крест. Дорогие друзья, ну смотрите, я понимаю, когда вот человек первый раз узнает об Иисусе, он через Иисуса приходит к Богу, да? Господь омывает его кровью своей, да, как бы скажем, грехи все покрывает. Ну а почему я не могу сразу, вот напрямую, без Иисуса Христа обратиться к Богу? Почему я вот во имя Иисуса? Почему именно через посредника? Почему я напрямую не могу обратиться к Богу? Меня же Христос уже оправдал, Он меня уже покрыл. Почему я не могу напрямую обратиться к Богу? Потому что Он стал ходатайствовать. Ну так он ходатай, а зачем ему ходатайствовать? Я же могу прямо вот обратиться к Небесному Отцу и сказать, что Отче, прости меня. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса. Почему? Вы правильно отвечаете. Не почему? Сама причина, почему это? Ну я же уже обратился, Христос меня очистил. Все равно мы грешим. Один Бог, один посередник, один. Посредник один. Но когда я не грешу, зачем мне обращаться к Богу, скажите? Зачем мне обращаться через Иисуса Христа? Я понимаю, сделал грех, да, надо попросить Христа, чтобы он как посредник. А если я не грешу, и вот напрямую обращаюсь к Богу? Так я связь не грешу, я обращаюсь к Небесному Отцу, зачем? И я не грешу, я делаю доброе дело. Я что, вы же не видели, чтобы я здесь грешу? Почему я должен, вот, я хочу сразу к Небесному Отцу, вот, сразу, к правителю Вселенной, зачем мне еще посредник? Ну, мы знаем, что мы тут на этой земле. Но Христос это тоже правитель. А? Христос это тоже правитель, это весь город. Я как Сиума, принимаем без доведения. Прямой верой. Верой. Да, мы должны принимать, но наша вера не должна быть слепой, мы должны понимать, почему это. Дорогие друзья, мы должны понять. Мы должны понять, что действительно, да, вы правильно говорите, посредник один между Богом и человеком Иисус Христос. Для чего нужен этот посредник? Дело в том, что Бог и грех, они несовместимы. Для греха Бог есть огонь поедающий. И поэтому мы не можем напрямую обратиться к Богу. Мы обращаемся к Богу через Иисуса Христа. Иисус Христос покрывает нас своей праведностью, когда мы молимся,
И он... Пожалуйста, скажите, чтобы они не говорили, потому что это отвлекает. И когда он покрыл... когда мы молимся, ангелы несут нашу молитву Иисусу Христу. Иисус Христос покрывает нашу молитву своей праведностью и в совершенном виде представляет ее Небесному Отцу. Отец отвечает, Христос дает команду ангелам, и они несут нам ответ. Но мы должны понимать, что вот этой схемой мы должны пользоваться, да, не только когда мы согрешили, но мы должны с вами понимать, что даже когда я делаю добрые дела, даже когда я делаю правильные, хорошие дела, в глазах Бога эти добрые дела являются несовершенными. И я все равно нуждаюсь в праведности Иисуса Христа, который бы покрыл меня и представил чистыми мою молитву. Например, дорогие друзья, если я произнесу самую сильную духовную проповедь, ну, допустим, да, что полмира покается, и все скажут, ну, это самый сильный проповедник. В глазах Бога эта проповедь будет несовершенной. Для всех людей она будет, ну, там, высший пилотаж, да. Но в глазах Бога она будет несовершенной. Я помолюсь молитвой, от которой там раскаются все. В глазах Бога эта молитва является несовершенной, и я нуждаюсь в праведности Иисуса Христа. Понимаете? То есть... Вы помните, однажды пророк Исаия сказал такие слова? Вся наша праведность, как запачканная одежда. Обратите внимание, не наши плохие дела, как запачканная одежда, а наши добрые дела, как запачканная одежда. И поэтому, даже когда мы творим добрые дела, мы нуждаемся в ходатае, который бы приложил свою праведность и представил нашу жизнь перед Отцом в совершенном виде. И когда мы это понимаем, дорогие друзья, делая добрые дела, мы будем очень смиренными людьми. Мы не будем хвалиться своей праведностью, потому что мы будем понимать, что она какая? Несовершенная. И поэтому мы не будем хвалиться добрыми делами. Сейчас мы уже заканчиваем, понимаешь, что мы делаем. Хорошо. И, ну, последнее уже условие. Ну, еще одно, и потом еще одно. Значит, дорогие друзья, если мы только молимся, они короткие, если только мы молимся и ничего не делаем, рано или поздно мы перестанем молиться. Мы должны активно участвовать в жизни других людей. То есть у нас должны быть еще добрые дела, не только молитвы. И последнее условие. Мы должны воспитывать в себе дух благодарности. Когда мы обычно благодарим? Когда нас научили благодарить? Крестчик, добрый, здоровый. Дали тебе яблочко или конфетку ребенку, что надо сказать? Спасибо. Спасибо. А если не дали, надо говорить спасибо. Учим мы так детей. Если тебя отобрали даже. Спасибо. Спасибо. За все благо. Мотивацию найти. Да. И сказать спасибо. Понимаете, вот нас приучили, когда мы что-то получим видимое, тогда мы благодарим. Но мы должны, друзья, мы должны приучить себя, вот когда мы о чем-то просим, и мы еще не получили, мы уже должны благодарить Бога, приучать себя к этой вот, дух благодарности. Почему? Потому что мы еще не видим вот этого ответа Бога на нашу молитву, но Бог уже начинает действовать. Он посылает ангелов, чтобы расположили человека, от которого зависит наше какое-то дело. Да, там, нашего начальника, чтобы он там, и руководителя, который бы отпустил нас в отпуск или... Куда-то, куда нам надо, да, нам надо отпросить. То есть мы просим, Бог уже начинает действовать. Мы еще не видим ответа, но Он уже действует. И поэтому мы должны благодарить Бога так, как будто мы уже что? Получили. И этим мы выражаем веру и благодарность. Вот необходимо, так скажем, проявлять, вот воспитывать в себе вот такой дух благодарности, который тоже является ответом на молитву. Хорошо, дорогие друзья. Вот это... Такие шаги или такие, скажем, ну, такие условия, благодаря которым мы можем получить ответ на молитву. Ну и в заключение давайте мы с вами тоже помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за весь этот путь, который мы прошли на протяжении этих 10 дней. Благодарны, что Ты показывал нам те принципы,
исполняя которые мы можем приблизиться к Тебе и обрести внутренний мир. И мы просим Тебя, Господи, сегодня за наших друзей, которые поедут домой, которые войдут в этот жестокий мир, в котором очень много зла, которые опять соприкоснутся со злом. Помоги нам, Господи, хранить тот покой и тот мир, который мы обрели здесь. Помоги нам быть непрестанно на связи с Тобой. Научи нас молиться так, чтобы наша связь с Тобой не прерывалась. Научи нас молиться живой молитвой, чтобы мы всегда имели силу противостоять всяким искушениям и соблазнам, чтобы мы были готовы к Твоему второму пришествию, чтобы мы, Господи, побеждали зло добром, но не были сами побеждены злом. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так, еще присядьте на минуточку. Вернемся. Последнее такое объявление. Ко мне подходили, спрашивали, где вы берете, у вас какая-то книжечка внутри. Значит, есть такая книга, она есть у каждого адвентиста, называется «Путь ко Христу». Вот. И эта книга есть у каждого адвентиста. И мы очень часто эту книгу недооцениваем, нам кажется, она только для начинающих. Вы когда приедете домой, вы ее найдите, вытрите пыль, прочитайте, и вы вспомните эти утренние вдохновения. Те, кто не является членом нашей церкви, мы вам эту книгу подарим, чтобы вы дома, когда читали, там эти темы есть. Вот, я брал оттуда общие принципы. Вот, и вы, когда будете читать, вы, так скажем, ну, будете вспоминать эти размышления, которые мы размышляли. Сейчас инструктора вам подарят эти книги. Все, счастливо вам будет. Спасибо. Спасибо вам. Слава Богу. Спасибо.